Молоковское сельское поселение – активно развивающаяся территория Ленинского района, где стремительно увеличивается количество населения. Приоритетом для местной власти является постоянная работа с жителями – встречи, собрания, обмен идеями. Благодаря конструктивному общению удалось значительно улучшить качество жизни в поселении. Продолжается строительство детских площадок, благоустройство дворовых территорий. Самым важным достижением 2018 года является строительство и открытие Молоковской участковой больницы. Много еще предстоит сделать для качественной работы больницы. Но уже сегодня можно сказать, что больница работает, принимает жителей, оказывает медицинские услуги, которые в дальнейшем будут только увеличиваться и улучшаться в качественном показателе. Средств на реализацию всех задуманных в прошлом году планов в бюджете поселения вполне хватило. На это в своем докладе обратила внимание руководитель местной администрации Любовь Тарабрина. Традиционно большую долю бюджета потратили на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство. На втором месте культура – еще одно приоритетное направление. В поселении идет активная работа с молодежью, ветеранами, организуются праздники. Вы видите, уважаемые жители поселения, что с каждым годом наше поселение становится все более комфортным и удобным для проживания. На отчете присутствовал глава Ленинского района. Во время своего выступления Валерий Венцель сделал акцент на обязательствах строительных компаний при возведении новых домов. В частности, упомянул о школе, сроки сдачи которой затягиваются. Мы будем дожимать, чтобы в конце 2019 года школа на 1100 мест у нас все-таки появилась. Таким образом, дефицита в школах у нас не будет, в поселении Молоковском. Поверьте, с вводом в эксплуатацию школы на 1100 мест у нас проблем со школьными местами и со второй очередью, так называемой, в сельском поселении Молоковской, она исчезнет. Обстановкой в поселении жители довольны. Говорят, благодаря развитию территории и люди стали добрее. Инфраструктура все нормально стала, отлично. Доволен всем. Я работаю в детском саду, дети стали лучше, родители стали добрее, коллектив у нас замечательный, все у нас делается, все хорошо. В 2019 году в планах у местной администрации продолжить курс активного развития Молоковского сельского поселения. И при поддержке главы Ленинского района и губернатора Московской области наконец решить насущные вопросы с дорогами и транспортом. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.